учета проведения исследований с целью изыскания места размещения атомной станции в Беларуси. 93-й год, да? Да. Так вот, они провели испытания более 30 возможных площадок. Я, вы мне рассказывали. Я вам, между прочим, послала свой имейл, но вы его, наверное, не заметили. Я несколько дней позже потом послала. So what he is telling is that he has the document. Я сейчас переведу Кристоферу. He is telling that the document, he has the document that 1993... In Belarus, there was a scientific investigation where to put the nuclear power plant. Power plant, right. And it was seismological and all other aspects of it. Right. Security aspects. Right. And what they decided... Well, yeah. What that shot... Тебе right. видно? Да. Окей. Okay. Это копия отчета. В этом отчете содержится вывод, что в Беларуси самая опасная площадка – это Островецкая. Самая опасная. На ней имеется узел из разломов земной коры, и на ней же в прошлом было землетрясение. So this report found out that Ostrovetskaya is the worst place where there has been already an earthquake before, and it has the worst sort of core structure. Разломы земной коры. It's broken. The core is broken there. Earth core. И на этом месте было землетрясение в прошлом. Yeah. Да, это я уже перевела. То есть вот эта вот площадка была признана самой худшей. Вот они свели все в эту табличку, и в этой табличке прямо сказано, что эта площадка непригодна для строительства атомной станции. Непригодна. Yeah. But the point is that that's exactly where they are building the power plant. Now. How far along are they into building it? Ну да, и они там как раз сейчас строят. Я уже, вы мне это рассказывали, да, это я им перевела. И как они далеко там уже построили? Он далеко. Уже, ну, наверное, процентов на 50 они построили. Но это не играет роли. They are halfway already there. Да. Здесь ведь вопрос стоит о надежности, то есть о безопасности людей. Поэтому сколько они там построили, это роли не играет. Нужно просто заявить протест против строительства атомной станции на непригодной площадке. Ну, конечно, конечно. А вы видели, это сейчас тоже есть очень изумительный видеоролик на интернете о теории, что это Чернобыль тоже была геотермическая авария. Где? Геотермическая авария. Вы не видели этот ролик? Нет. Кстати, был... Это у них было огромное исследование, и они пришли к выводу, что это не была никакая там авария, а это была как раз геологическая... Как раз вот это, о чем вы говорите... что вот это геологическая там как раз зона такая, где происходит, ну, прямо как сейсмические происшествия там. И есть такое огромное исследование, которое заключило, что Чернобыль был геосейсмическим происшествием.
Anyway, listen. Возможно. What do you propose doing about this? So he just wants us to inform about this, so we can stop the Belarus plant. All right. Well, listen, what I can do, if you want, if you give me all the information, so he'll have to tell you, you'll have to tell me, and then I can make a video about it on YouTube. Значит, он предлагает, что он сделает видео на эту тему. And I can write a very brief report and put it up in the Ecologist. But we're not going to get this into Russia today, because they're mates with Belarus, so they're not going to get involved in any sort of political problems. What about Novikov? No, you're wrong. They might. It's not a political problem. They might. They don't want to get all this radiation in Russia. Значит, он может это опубликовать. У него есть разные места, где он может это. The argument: how close is this site that they've decided on? How close is it to the border of Latvia and? Very close. It's on the border of Latvia. Right. Okay. Well, then we've got an angle in that case. Okay. So I can write something about that. How far? И это очень очень близко к Латвии, не так ли? Совсем близко. Да. До границы с Латвией 25 километров. 25 kilometers from Latvia. А до Вильнюса 50. 50 kilometers from Vilnius. Oh, we've got an angle then. So what you've got to do then is you've got to send me the information again, make sure that it's correct, okay? And you have to remember now, Chris, that there is enormous report about that Chernobyl was geismoseismical. Oh, I see. Yeah, no, I don't think it was. I know. Nevertheless, there is report on it. There is a huge report with all sort of. I will send you that link too. Yeah, no, that was a CIA operation. They got to the bloke who was running it. American CIA. You might think so, but look at this. This proves something else. This likely shows that there are aliens trying to kill all life. All right, listen, there's a limit to the amount of time that I can devote to this. But, okay. But if I can write something about this, and I can put him on the report with me, okay? Yeah. All three of us, if you want. Okay. Okay. And I'll keep it reasonably brief. Then I'll make a short article for the. Certainly get it in the Ecologist, but I'll try and get it in RT and see what happens. And the argument will be about the cross-border pollution. This is very good. And put all three of us there, and then we can protect each other. I need to know how far it's got in the construction. This is Rosatom, is it? Это Rosatom, да? Кто это строит? Росатом? Да. Атом. Okay. Well, give me all the details so that I can write it all down, and I need to know how far it's proceeded. Yeah, okay. Exactly where it is. And let's make together an article, yeah. Okay, great, Chris. Well, can do that. Off you go. Anyway, but what is very important now is that I'm criminalizing the whole structure of this administration in the world, okay? All right, well, you're not putting me on anything that says anything about Satan and all that stuff, all right? I'm not signing up to anything that has anything about Satan in it, because I'm fighting this game as if it's just scientific. Right, but I'm going to bring in all this fucking. You mean that Satan is not scientific? Yes, I do mean that. Or are you scared, Dr. Busby? Satan is not scientific. Nobody has put Satan in a test tube, and Satan, as far as that's concerned, is just a concept which I don't want to have anything to do. Not because of anything I believe or don't believe, but because it's very politically difficult, very politically dangerous to get involved in that sort of thing. Politically dangerous scares you? Huh? Yes, it does. It does, because this is a chess game, and you don't put your piece out where it can be taken. Can you translate for me? Это даже не относится к вам, потому что мы говорим сейчас, как поставить эту игру с этим криминализацией всемирной. Мы сейчас по-английски пишем этот документ.
И я там просто использую слово сатанизм. Я использую слово сатанизм, что это организации, которые занимаются сатанизмом. И он говорит, что это надо выбрать. Я написал такую выборку из этого отчета, то есть только то, что касается именно этой площадки. Назвал я это величайшая диверсия или худшая из неблагоприятных. Вот этот документ у меня есть. Угу. Я его распространял везде, где мог, в Литве, в Польше. He has written a document about this that he will also attach. This document that he's talking about, can he send me a digital copy? Yeah, of yeah. That? Значит, нам самое главное сейчас всем трем послать друг другу вот этот материал, да? И вот это, что вы показывали, что у вас там было, да, копия, вам она есть в дигитальном виде? Она есть, но этот отчет очень большой, он где-то около 150 страниц. Ну, очень хорошо, давайте его сюда. Ну, я попробую переслать весь. А вот это я сделал только в выборке. Здесь где-то 4 страницы. Uh-huh. И плюс к этому я дважды обращался с письмами к Путину. Я писал и к нашему президенту, но это совершенно бесполезно. He has written to both Putin and Belarusian. What was his name? Я писал... Лукашенко, да. Путин направлял, в общем, направляли на рассмотрение одной организации в Нижнем Новгороде, которая занимается такими проблемами. Они мне присылали ответы. Из этих ответов следует как бы подтверждение тому, что эта площадка действительно очень опасная. Mm. Они, например, сообщили, что площадка имеет размеры всего 4, то есть 3 километра на 5, это крохотная такая площадочка, вокруг которой расположены разломы земной коры. Да боже мой, что они с ума сошли? То есть такая площадка не может быть надежной. Ну просто сумасшедшие это делают. Да, и вот они мне об этом сообщили. So he has gotten reports from the very place itself where they're building it, because it's just 3 to 5 kilometers big place they are. But listen, around it, everywhere, you can even see with plain eye that there are changes of crust of the earth. Look, the point about news is it's got to be news, right? So my news is that Levin has sent me this document, which we've never seen before, which, you know, he's managed yeah. to obtain, which shows all this shit that you're talking about, right? Yeah. That's the news. And so now in the West, we know that even the Belarusians have, you know, had a report that said that what they're building is dangerous, and it's right on the border of Europe, all right? Not Latvia, Europe. Yeah. Okay? Yeah, that's right. Okay, well, we can do that. Okay. И еще интересная информация. У этой станции нет референтного варианта. Георгий, с этим мы не успеем сейчас. Это вы напишите, да? Но то, что мы еще должны разговорить, это что вы должны понять, что это организация, да? Международный комитет по атомной справедливости, да? Или как мы там его называли, да? Что в ней, что это занимается сейчас судом, это суд. Ну так надо вот на эту... Это всемирный суд. Надо тоже подать в суд. Нет, мы это сами что? Суд. Мы сами ага. суд. Ну, вот это значит, вы должны понять. Надо дать заключение. Да, мы сами даем заключение, и мы судим. Вот эту международной корпорации, которая занимается криминальным бандитством, и мы их распускаем. Мы не криминализуем людей,
Но мы сразу даем приказ эти корпорации, что они распущены, они больше не легитимны принимать никакие решения и создавать никакие. Проекты. Слушай, а еще вот какой момент. Эта станция строится рядом с рекой, река Вилия. Так эта река впадает в Балтийское море. And the river Vilia is on that site. And that goes into Baltic Sea. Yeah, okay, well, you need to write all this shit down, because, I mean, I'm listening to you now, but you know what it's like. I come and do something else and I forget the whole lot. So it needs to be written down. Can you make? Can you directly make some notes? Because nobody will have time to do what you just asked. No, I can't directly make any notes. I can't. I mean, and they won't make any, mean anything anyway. I mean, you have to. Hang on, there's somebody at the door. Okay, I put down now. Okay.